Приезд делегации из Сербии – это начало большого сотрудничества, в том числе в сфере туризма. Договоренность была достигнута в городе Валево, который посетил мэр Сочи. Тогда же Анатолий Пахомов пригласил сербов на курорт. Первыми приехали дети из четырех городов – Валево, Чачак, Ужице и Нови Сад. Это 27 отличников школ. Идея появилась у глав четырех городов и мэра Сочи. Так мы решили объединить детей вашей страны и нашей республики. Мы выбрали отличившихся учеников, чтобы они отдохнули после напряженного учебного года. Я искренне надеюсь, что это будет многолетняя дружба. Впечатления от Сочи и встречи неописуемые. Вы хорошие хозяева. Мы, в свою очередь, будем рады принять в гости сочинских школьников. Две недели юные сербы будут отдыхать в Лазаревском районе. Проживают в местном отеле ребята совершенно бесплатно. Конечно же, они познакомятся с нашим городом Сочи, познакомятся с олимпийскими объектами, узнают о культуре, традициях, обычаях. Поэтому очень насыщенная, интересная программа подготовлена для делегации из Сербии. Я думаю, ребята будут довольны, потому что в рамках этих мероприятий продуманы и намечены встречи с нашими школьниками города Сочи, знакомства, совместные мероприятия, квесты, мастер-классы.